канале. Сегодня у нас на обзоре измельчитель молния. Сейчас я ее распакую, покажу, как она работает, как подключается. Открываем коробку. Итак, в комплекте у нас идет нож, сам измельчитель, крышка, еще один нож и емкость, а также инструкция к данному прибору. Данная емкость практически на 2 литра. Сейчас я покажу, как это все собирается. Открываем крышку. Сначала мы берем нож, вставляем его сюда, вот таким вот образом. Закрываем сверху крышку. Нужно попасть в пазы. Одеваем сам измельчитель. Теперь мы берем вилку и вставляем в розетку. Теперь, когда она подключена к розетке, мы держим эту всю конструкцию. И для того, чтобы она работала, достаточно одного нажатия. Этой машиной вы можете рубить, смешивать, измельчать. А вот этот нож для того, чтобы сделать более однородную массу. То есть вы можете приготовить смузи, йогурт. И также этим ножом вы можете рубить даже кофейные зерна. То есть вам не нужно отдельно покупать кофемолку для этого. Итак, подведем итог. Это все очень просто собирается. Ставим нож, накрываем крышку. Вставляем сам измельчитель, подключаем к розетке и просто одним нажатием. Все работает. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.